Всем привет, я Гела, и сегодня хочу вам продемонстрировать новую модельку юбки. Всем очень понравились вуалевые юбки ярусные. Вот я показывала в предыдущих видео, я тоже очень полюбила эти юбочки, шью их с удовольствием. Вот, но сегодня мне захотелось чего-то нового, интересного, вот как-то разнообразить. Вот, и я решила сшить вот такую юбочку, специально ничего не кроила, я взяла прямоугольник, который у меня был, вот, и из вуали, красную вуаль, видите, вставила туда резинку, ну и все, а дальше подол я закончила вот такой широкой гипюровой полосой, вот, а дальше я нашила вот такие вот воланчики, здесь у меня сетка и паутинка с пайетками, ну а дальше та же вуаль. Полоски, вот видите, да, вот, и очень такие, вы знаете, там практически нет сборки, вот только то, что оверлогом слегка-слегка подсобралось, вот кое-где, да, вот, а так это вот практически прямые полосы, вот, и вот таким вот образом я нашила их на подол юбки. И вот такая вот прелесть прелестная у меня получилась. И сейчас хочу особенно опять подчеркнуть, что эту юбку нужно носить без подъюбника. Девочки, такое ощущение, я иной раз читаю комментарии, такое ощущение, что люди 50 лет спали, а сейчас проснулись, им все кажется, о, так дико, и они сразу это как-то агрессивно, недовольно встречают. Выходите из сумрака. Это нормальная, красивая такая модель. Это не значит, что ее нужно носить на голую жопу, как там пишут, куда катится мир. Вот, можно носить вот так вот на лосины. Вообще, в принципе, иметь черные лосины и черную водолазку в своем гардеробе, мне кажется, необходимо вообще каждому человеку. Потому что это вот как раз та капсула, та база, которая всегда выручит. В том числе и вот с такими юбочками, да, можно под такие юбочки вот вполне носить. Или узкие брючки какие-то, да, вот прям узкие такие брючки, как лосины практически. И водолазка, это всегда вас выручат. Даже не обязательно такие юбки, а просто к такой базе вы добавляете любой жакет, безрукавку, там юбку, шарф просто, там еще что-то, и всегда одеты. Вот я к чему говорю. Ну, а эту юбочку, ее можно носить как угодно. Девочкам молодым нужно носить на купальник, на боди, на бра. Такие юбочки летом, там, с туфельками, с каблуками, без каблуков, там, как угодно, да. Вот. Те, кто возрастные, ну, как-то более постарше, и вообще, в принципе, место важно, где вы это носите. Если где-то на курорте, на юге, то, ради бога, можно и на купальник. Но если где-то в городе, то вот такую базу, там, лосины и водолазку, например, да. Вот. И вполне можно носить вот такие юбочки. И не нужно кричать сразу, нужен подъюбник, нужен подъюбник. Нет, эта юбочка не для подъюбника. Это вот именно вот такая вот юбочка. Вот, видите, она как сшита. Просто прямоугольник, сверху резинка, ну и все. А дальше уже можно ваять как угодно, придумывать всякие воланчики. Мне эта моделька очень понравилась, очень интересно смотрится. И вот так вот тоже, чтобы вы разглядели, как это, боковой шов я зашила этим выворотным нашим любимым, да. Вот, воланчики я с одной стороны прошлась, закрыла край, прострочила, а с другой стороны, другой край я оверложила, прошлась на оверлоге. Вот, ну вот, собственно, и все. Вот такие, вот такая юбочка у меня получилась. Я вот сейчас показываю, чтобы вы просто рассмотрели фасон, как что тут сшито. Ну, по идее, носить можно. Да даже так, с поясом, там, может, с каким-то. Вот. Я, в общем, решила показать на лосинах и водолазке, чтобы, а то там не напасешься валерьянке
Судя по комментариям, люди, конечно, ой, абсолютно не хотят воспринимать то, что они не видели раньше. Но это ладно, это люди вот так устроены, что делать. Другое дело, что меня удивляет иной раз такое ощущение, что люди живут 60 лет назад. Понимаете? Или они спали 50 лет, вот проснулись, и им все такое дикое кажется. Вот. И если им это не нравится, не подходит, то все капец, значит, это плохо. Значит, это нужно линчевать. Вот. Ну ладно, оставим их в их эмоциях, в негативных, а сами будем получать удовольствие. Разумеется, если такого плана юбочка слишком для вас смела, прозрачная, да, то, разумеется, можно носить с длинными свитерами, длинными жакетами, чтобы закрыть вот эту вот зону, да. Вот. Разумеется, и шить ее можно. Господи, не обязательно же только из прозрачных тканей. Это я вот шью из вуали, мне очень нравится, и это очень модно сейчас. Вот. Ну, а вы... Ну, для вдохновения, может быть, у вас свои какие-то идеи возникнут, понимаете? Вот решила показать. Но очень модная, очень интересная, красивая, очень совершенно необычная, неизбитый фасон, интересный такой. И в лето, и в зиму всегда можно носить такие юбки. Ну вот, красную юбку, ее очень хорошо видно вам на видео, как и что сшито. Но по идее это может быть и черная юбка. Представляете, как красиво будет смотреться. А еще, вот когда я приподняла, ну, вполне, а почему нет, можно и короткую такую юбку сделать, да, можно эти воланы пустить прям сверху, донизу, вот, и сшить можно и короткую, и длинную, всякую такую юбку, да, вот такой фасон, вполне, почему бы и нет, просто прямоугольник и сверху резинка, вот и все. Ну вот такое небольшое видео у меня сегодня для вас. Я желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения. Всего вам доброго, мои дорогие. Пока-пока.